Thank you.
Последний вражеский город повержен. Мы победили! Делить силы, это что-то... Карта разделенная на две части. Пустыня, Зеласна, Сапсон, Патус, Профон, Музыкеш. Вы выбрали это место для отдыха и пополнения запасов. Место не идеально, так как, несмотря на обилие ресурсов, по словам Арии, от него также исходит угроза. Огненные твари разрушили мост через пропасть. Похоже, этих тварей разбудили темные алины, вторгшиеся на их территорию. Чтобы восстановить на этой территории естественное равновесие, надо уничтожить стеклянные цитадели, источник темной заразы. А пока что мы должны обеспечить безопасность обоих городов. Yeah.
Мы выдержали атаки темных алинов. Порядок в регионе восстановлен. Способы можно накопить
очков вот этой прокачки, потому что здесь осталось всего раз-два на территории, где можно было прокачивать. Ну и там еще герой в этой территории есть, потому что сюда немножко. В дюнах замечены враги. Их нужно уничтожить.